Вот мы находимся возле станции метро. Вот смотрите, тоже все, что хочешь. И главное, везде свинки стоят. Здесь свинки, а лития нету. Вот даже вот здесь вот свинки стоят 12-амперные. Но вот заметил, здесь... что очень мало лития. Очень мало. Вообще нету почти. Но вот на поле новых, как он у тебя попал? У меня такой был. Я его продал. О, смотри. Смотри, смотри, видишь? Дисплей включен. И ушел. Он включен на второй скорости. Нет, я про то, что вообще, видишь, некоторые не заморачиваются даже замками зажигания. Вот здесь замка зажигания нет, тоже через одно место включается. У них же они стартуют с кнопки. Нет. Что нет? Сигналки ты можешь включить. Он включается сигналки и все. Нет, и можешь пошел... сигналки включить, если замок сломан. Ну, да. То есть ты мог ключи потерять, замок замкнуть. И включать с этого. Я с ключа так езжу себе. Мне тоже по приколу, но я езжу с ключами. Вот тоже современный вот дисплей такой. Этот старенький. Ну вот этот, блин, прикольный. А вот видишь, дизайн более современный, треугольный. Вот треугольный тоже современный. А вот смотри, аккумуляторы. Капец! 12 ампер-часов, блин, я не знаю, да. Это даже не двадцатки, прикинь. 48 вольт? Да, скорее всего. Ездишь? Ездит? Так это даже не 20 ампер-часов. О, нифига себе, вот это мощный мотор. Видео Power. Смотри, какой красивый мотор. Я так их не видел. Крышка прикольная. Ну. А вон зеленый, смотри, тоже. А зеленый вот такой у нас продается в России очень много. И вот там 48 вольт, он говорит. А мощность не написана. Ну это, наверное, 350-ка. Это слабый. Ой, богатая. Богатая. Видимо, очень богатая женщина. Так же упасть можно. Нет, как весь мир ездит. Дочку посадила и поехала. Они не падают. Интересно. Нормально явление для них так вот съездить. Абсолютно. Вся Азия так ездит. Тайцы так ездят. Я первый раз. Они держатся и все, что-то. Держишься снизу. У тебя получается нет проблем с тем, что... А ты спокойно ездишь, то есть она возит спокойно. Это Азия, брат. Как, нифига себе, блин, смотри на маленьком какое. Чудовище, блин. 16-е стоит. Смотри, как она рвет. А вот это уже литий. Нет, это свинец. 12 ампер-часов. Большой, вообще большой. И ничего не написано. Обычно на ободе пишут. Здесь не написано. Вот, смотри. Цепью аккумуляторы самое дорогое перемотано. Поехали. Сейчас я найду метро. Вот мусор тряпочкой закрыли. О, смотри, как грязь берет. Thank you.
Ну, смотри, сверху что-то. Лобысь. На, вот там сверху и снизу можно. На замке. Дай ей денег. Что-то она это проплатить, походу, не может. Деньги кончились. А, вот оно как, смотри, автоматически само. С GPS-ом, понял? Wi-Fi. Или Wi-Fi, блин. Прикинь, ты можешь каждую модель... Пешком дойдем, да? Отсюда пешком дойдем? Да, конечно, дойдем. Ну, отсюда далеко. Так, мы едем... Жуку-Жузлин. Так, нам выход надо... Выход надо на Си. Жузелин. Поехали. Жузелин. Жузелин, выход Си. Вот. Ну, у них вот эти, походу, вообще 5-киловаттники. Ну, там или трешки. На 96. Да ну ты брось. Смотри, там моторы. Так у меня 500, он тоже возит. А, ну у этого тогда лихой. А у того он маленький, видишь, вот. Они просто любой переделывают, видишь, под себя. Все. Это да. Только полоса у меня от пластыря. Это не я его бил, у него полоса просто от пластыря. Хотя подушкой надо было все-таки один раз шататься. Да ну тебя в баню, а. Все это ты на удивление. Разгонять демонов. Демоны! Вот видите, новую полосу делают. Блин, так красиво, в принципе, смотри. Блин, идешь, и вот себя как-то не чувствуешь этим. А большой человек, идешь в большом месте, блин. Причем рост у меня выше, конечно, чем у них средний. А у нас, по идее, в России такой рост, как у меня, средний является. Ну что, за сегодня у нас второй квест после такси. Не, нам, наверное, долго опять завис. Блин, что-то вообще нифига не светит. Тормози. Ну как китайская. Жизелин, где он тут у нас? Эй, первая линия. Жизелин, вот она. Ниже пальцем. О. Жизелин. 7 юаней, 14. Фунтики какие-то. Давай попробуем кормить его. А чем-то 5, 10 надо и 4. Сейчас я мелочи достану. Спокойно штирается, это броски. Чем? О, скрепка у меня есть. Крепкий кормить? Да. Простите, китайцы, я так отношусь к вашим деньгам. Вот это 0,5 интересно, а? Пять и 10? Ну что, я тебе твои деньги даю, что ты не хочешь, собака? Что там, 14, да? Не хочет он брать. Ну что, давай другое. Вот эти вот 0,5 пятерочки, а это 1 юань. Блять, он не берется, здесь вообще терминалочка. 5 юаней, юань, 10 юаней. Десятку взял. Еще 4, да?
4. Да, вот это. Не-не-не, у меня в 0,5. А ну давай, подожди. Я хочу по 0,5 скинуть желтенький. Где у себя в стране, блин, поменяю. На память оставлю. О, 2,05. О. Ну, о, видите, пятачки. О. 13-14. Забирай этот тест. Второй дождись. Все, да? Так, мы едем до Жузелин. Все, поехали. Жузелин. Квест пройден.